Судебные приставы-исполнители нагрянули в магазин оптики предпринимателя-должника, расположенный по адресу улицы Победы, 84. Такой визит оказался неожиданным для продавца салона. Она и не знала о долгах владельца перед налоговой. До самого директора дозвониться удалось не сразу. Как оказалось, живет он не в Самаре, потому приехать сразу в магазин не может. Кассу судебные приставы опечатали, следовательно, и рабочий день закончился, не успев начаться. Кассу мы в любом случае опечатаем, вы приезжаете, оплачиваете у нас владелец свою задолженность, и кассу вы распечатываете. Оказалось, предприниматель не платил налоги и задолжал государству более 40 тысяч рублей. Если он не погасит долг в ближайшее время, его привлекут к административной ответственности. Рейды проводят у нас еженедельно, то есть меры эффективные, в принципе. Должники оплачивают, либо уже на выезде сразу онлайн оплачивают, либо приезжают нам в отдел. У нас есть терминал, где они тоже имеют право оплатить. С начала года в межрайонный отдел судебных приставов поступило около 40 тысяч постановлений о взыскании налоговых платежей на общую сумму свыше 2 миллиардов. Мария Ильчан, Василий Колдашов, события.